Первые победы и поражения, первая любовь, верные друзья и важный экзамен. На вручение аттестатов зрелости все эти события, словно калейдоскоп, пробегают в памяти вчерашних школьников. Сегодня волнение особенное. Одиннадцатиклассники получают дипломы об окончании школы. Я очень упорно готовился. И вот знания свои оправдал, я набрал 109 баллов. И 125, возможно. А во время самого сдачи ЕНТ было, конечно, очень трудно. Все писали сами, мы не могли списать. И, в общем-то, все было справедливо, все показали, на что были способны. Мы этот вечер будем помнить всю жизнь. Все наши одноклассники, они так красиво одеты, мы не забудем этот день, честно. Выпускной вечер сегодня действительно напоминает показ мод. Платья в пол, короткие платья-пачки, элегантные черные. От выпускниц, больше похожих на красавиц глянцевых обложек, не оторвать взгляд. Марина Журавлева сегодня дефилирует в платье, которое на протяжении долгих лет было и остается классикой. Его рекомендовала сама Коко Шанель. Очень рада, потому что долго ждали, долго готовились. Это очень волнительный день, и все девочки готовились. С весны все готовилось, все выбиралось, а платье шилось на заказ. А сколько стоило ваше платье? Ну, нормально. Об одежде для себя родители выпускников думали меньше всего. Без лишнего пафоса, скромно, но со вкусом. Кажется, что они до сих пор переживают за своих чад, несмотря на то, что тяжелые моменты подготовки и сдачи ЕНТ позади. Впереди немаловажная задача – помочь своему ребенку с окончательным выбором профессии. Городом для учебы, общежитием. Нашим детям светлый путь. Мне кажется, они большую дорогу пойдут с хорошими знаниями. Они получили не только знания по учебнику, по предметам, но и знания, как общаться с людьми. Наши учителя помогли в жизни быть и друзьями, и ответственным будущим работником, и по жизни просто хорошими людьми. Для обладателей почетного знака Алтын-Бельги сегодня особенный день. Наконец можно выдохнуть с облегчением. Экзамены позади, долгожданная красная корочка в руках. Джакалаева Карина, выпускница 45-й школы гимназии, набрала на ЕНТ 124 балла. Со специальностью девушка уже определилась. Ее будущая профессия – одна из востребованных – менеджмент. Я поздравляю всех с завершением. Чего могу пожелать? Конечно, найти свою дорогу в жизни. Это главное. Семейного счастья, девочкам женского счастья, это всегда нужно. Здоровья, успеха, а также здоровья родителям, по-моему, это самое главное. Выпускные вечера прошли для более чем 6 тысяч шымкентских выпускников. Молодежная редакция программы «На самом деле» желает овладеть востребованной интересной профессией, новых побед и, вполне возможно, пополнить ряды профессиональных журналистов.